12 суток получил красноярец за свою любовь к тонировке. Экипаж ДПС остановил тонированный Мерседес, за рулем был 45-летний мужчина. Тонировка оказалась слишком темной, водитель на месте содрал ее. А когда ему выписывали штраф, полицейские выяснили по базе данных, что его уже ловили с таким же нарушением. 25-летний парень порезал ножом мужчину на проспекте Мира. Пострадавший – организатор выступления Ирины Хакамады в Красноярске. Нападавший достал нож, ударил мужчину в шею и убежал. Подозреваемого быстро задержали, и полиции он рассказал, что купил кухонный нож, который ему быстро разонравился. И он решил посмотреть, что будет, если воткнуть его в человека. Случайная жертва в больнице – злоумышленник в СИЗО. Его психическое состояние проверяют. Четверо мужчин напали на жителя Железногорска из-за разбитой машины. Они требовали с него 260 тысяч за ущерб. Как рассказали в полиции, двое местных предложили знакомому надавить на человека, который 8 лет назад разбил их машину. Мужчина согласился, прихватил с собой приятеля, они подкараулили жертву у кафе и избили его. Злоумышленников задержали, а заказчиков проверяют полицейские. 3 красноярских школы отремонтируют по госпрограмме. 30-ю на Лесной, 94-ю на Московской и 51-ю на 4-й Продольной. Деньги на них придут в 2026 году, и тогда же начнется реконструкция учебных заведений. Еще 5 школ по плану начнут ремонтировать с января 2024 года. 45-ю на Судостроительной, 42-ю на Кольцевой, 53-ю на Волжской, 82-ю на Керенского и лицей номер 2 на Урицкого. Шаурма в Красноярске стала дороже. Сегодня утром на многих точках известной сети за все позиции просят на 10 рублей больше. В заведении объяснили рост цен подорожанием мяса более чем на 50%. Это подтверждают данные Красноярскстата. Курица стала дороже в среднем на 56 рублей, свинина и говядина на 13,26 рублей за килограмм. При этом вегетарианские шаурма и дёнер, в которых нет мяса, тоже подросли в цене.